волонтеры, юные волонтеры Москвы подготовили для собак большие посылки с кормом, амуницией, медикаментами. Спасибо вам огромное, спасибо. Тирамицин. 28 штук. Чек. Вакцины. Мультикан 4 и мультикан 8. Покажу вот от чего. Против чумы, аденовируса. Ну, в общем, все полезные вакцины. И еще одна. Мультикан 4. 100 доз таких и 100 доз таких. Вот, вот такая вот пирамида. А это вот такая вот цена. Сегодня к нам приехали постоянные волонтеры. Надежда и Людмила. Вот. Выгрузили полную машину. Так, ребят, а это наша газель. Наша, ребята. Я выменяла ее на Ситроен. И у нас теперь есть газель. Мы ее отремонтировали, привели в порядок. Вот такая красавица у нас. И сегодня съездили сами. И привезли. Мы вычищали вольеры, отдалбливали их от снега, от льда. И ребята от того, что было некуда кидать, кидали между проходами. А теперь, ребята, у нас все проходы забиты. Я прошу, мне очень срочно нужна ваша помощь. Друзья, хорошие мои, все, кто может, пожалуйста, приезжайте к нам в приют. Нам нужна ваша помощь. Очень-очень нужна. Друзья, пожалуйста, ждем вас. Спасибо. Друзья, нам очень нужна помощь, чтобы убрать вот этот хаос. Пожалуйста, весна. Что-то упало, что-то забыли. Весной сейчас все оттаивает. Мои хорошие, я очень прошу вас, приезжайте к нам. Помогите нам, пожалуйста, убрать. Очень-очень прошу вас о помощи. Особенно, если надо убрать между вольерами. Мы сегодня сами поехали на предприятие. Сами. И привезли то, что нам дали. И вот мы разгружаем. Этого, правда, мало. И газелька берет всего 2 тонны. Так, ну, берем, что дают. Люди очень стараются помогать. И спасибо огромное. Но собрать сегодня на корм мы не можем. По сегодняшним ценам это нереально. А собак уже более 2000. И нам страшно смотреть в их голодные глаза.